решила приготовить домашнюю горчицу, так как она нужна везде. Иногда я в мясо там кладу, иногда готовлю майонез домашний. Светлана у меня была такая подписчица, дай бог ей здоровья, прислала мне в каком-то году, в каком-то, не помню уже. И у меня вот осталось вот такой вот горчица. Сейчас покажу вам. Вот. Светик, спасибо, моя хорошая. Из Марокко. Светлана из Марокко, если смотрит меня. Так вот, я открыла эту пачечку, просеяла горчичку и сейчас решила приготовить, потому что впереди Новый год. Домашний майонезик надо будет сделать. У нас будет очень много вкуснятин. Олечка опять нам подарочки готовит. Гуся сказала, что чтобы мы ждали гуся, боже, конфеток разных, сюрпризиков, сырок скоро придет перед Новым годом. Так что вот у нас будет чем угостить и угоститься. Вот, мои дорогие, сейчас я перемешала, закрыла крышечкой, уже чувствуется. Я ее с 12 часов замешала, сейчас 4 часа прошло. Прям, ух, какая ядреная. Горчичечка моя. Что мы делаем на кухне с мужем? Пьем кофе, мои дорогие, пьем кофе с Ашкемом. И вот смотрите, я сейчас готовлю, что пишу, отправляю на супервизию свой рисунок. Посмотрите, какой вышел красивый. Только я закончила его, и у меня сразу пошли изменения. Ну, тема у меня такая. И вот нейрографика работает 100%. Я уже рисую профессионально и могу моделировать свое будущее. Не только работать с прошлым, настоящим, но и будущее. Вот это мое прошлое, а вот это мое будущее. Такое красивое, еще лучше, чем сегодня. Друзья мои, хотите посмотреть реакцию Мавиша на елку? Он думает, что это там такое, сел возле нее. Ашкемагач тогда утурдуонжи, сора. Нере гитмек унутун. Смотрит как на эту елку. Нео, Нео, душу Нью-Йорк. Какой сладкий. Ачик ты, он и кушать захотел. Ачик мышь. Сюда истер, бак, бак. Мавиш, вовнутрь надо зайти. Мавиш. Друзья мои дорогие. Тут у нас карго, пришли покупочки. Я не пошла на зумбу. Почему? Потому что только сейчас закончила 2 часа. Работала над этим моим докладом. Отправила все. Нам пришла вот такая вот посылка от карго. Мой муж. Юстеровским ресим. Ресима. Какую красивую, видите, занавеску. Вот такие у нас будут занавесочки в туалете. И вот смотрите, такой аппарат. 1000 с чем стоит, Ашкем купил для себя. Этот Мави что творит? Что он творит? У нас такая красивая елка. И он не может успокоиться. То, что он не может на нее сесть. Красавчик наш, красавчик. Красавчик Мавиш. Мавишук. Мавиш. Мавиш, так. Смотрите, сколько чего купил. Вот мы такой вот сейчас в душ. Для душа купили. Тут будет всю гадость вот эту белую. Вот еще какие-то есть. Надо их потом менять, наверное. Видите, какой красивый душ. Очень все интересно. На кухне вот такой у нас будет очень красивый. Мы видели в магазине около 300 с чем-то. Она в интернете намного дешевле, друзья мои. Намного дешевле. Вот такой у меня будет многофункциональный кран. Вот такой я хотела. Вот какие у нас покупочки. Постепенно, постепенно все делаем с мужем.
Вот такие вот дела, мои дорогие. Да, на Новый год мы хорошенько, хорошенько. 2022 год у нас такой был весь плодотворный, столько покупок, поездка, новый гардероб у меня и у мужа. И вот эта вот птичка такая, сумасетяя птичка, которая не может сесть. Так что вот, сижу я дома, а елочка у нас, смотрите, какая красивая. И это внизу Ашкин сделал, сейчас принес, вот знаете, какие ветки? Ой, красота какая для малыша будет, нашего малыша делать. А я пойду на кухню готовить ужин. Мясо пойду тушить, как-то мяско будем кушать. Все, дело сделано, готовимся к Новому году. И сейчас я буду писать желания, 100 желаний мне надо наполнять конверты, писать чек изобилия. Ой, столько планов, так что зумба подождет. Кто-то писал мне, что мой муж ничего не делает, только жрет. Мой муж делает кое-что. Вот он, смотрите, поменял вот этот кран. Вот такую красоту наделал он. И еще мы такие были голодные, быстро сели. И остатки роскоши. Что я сегодня приготовила? Вот такой красивый плов. И такую солянку из мяса и помидор. Ну, тут все, лук болгарский. Вот что у нас сегодня было на ужин. К сожалению, я вспомнила только что. Мавиш в восторге от гирлянд, от елки. Такой довольный. Вы знаете, что он все-таки сел на эту елку. Садился, падал, потому что там неустойчивые ветки. Сейчас мой мальчик будет такой сладкий. Мавиш сладкий мальчик, Мавиш умница. Вы знаете, что нашли для Мавиша? Такую качельку. Дашки, как красиво он чирикает. Чирик-чирик. Гиляшка. Мавиш, гель. Где мой мамиш? Где мой ребенок любимый? Где мой ребенок? Где мой мальчик? Гелешка. Как он кусается, смотрите. Смотрите, как он кусается. Мой маникюр ему не нравится. Ну, смотрите, что творит он. Видите, как он злой становится. Потому что не любит, когда его беспокоят. Киляшка. Киль. Уси. Ой, ай, как сильно он цапает меня. Ах, ты хулиган такой мой. Мой любимый хулиган. Вот так мы с ним ругаемся. Он сегодня возбужден от елки. Что ты там делаешь, а? Ладно, пускай летает. Такая у нас красивая елочка, праздничное настроение. Мы можем с мужем его спрятать в клетку. Уже начало второго, а он разошелся, садится на елку. Смотрите. Новую ветку он принес ему. Не можем его никак, друзья мои, спрятать. Столько у него энергии. Уже и телефон положили. Куш. Попытка номер 50.
Никак. Мавиш, Мавиш, гель, буре, Мавиш! Гель, 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 гель! Гель! Ağaç daha çok sevmiş. Sana şimdi bak. Весь YouTube Ашке ему включил. Сине беклиору. Куш. Evet. Куш. Senden aynı senin gibi gel. Gel oğlum. Biri geliyor ya. Gel oğlum. Скажи, надоели вы мне со своими пальцами. Быкты, картык, быктыныс. Элиба, элиба, элиба. Geliyordun ya hani elime. Hatırladın mı? Müsait değil. Gel hadi. Elim, elim. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Kuş, 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 evet. Sen de. Сколько у нее терпения моего мужа, я не знаю. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.